Неконтрольоване споживацтво та надмірність у звичках. Чому люди ладні витратити останні заощадження на свята, влізти у борги і брати кредити на їжу? У нашій студії Максим Житко, психолог. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку. Публічне підбиття підсумків у соцмережах, яке вже заполонило всі стрічки. Наскільки важливо, наскільки корисним є взагалі підбивати підсумки? Подводить итоги всегда полезно. В этом смысле я бы разделял то, что происходит в социальных сетях, и, собственно говоря, сам инструмент. Потому что инструмент подведения итогов, он полезен в том случае, если из этого подведения итогов что-то следует. То есть человек проявляет в этом рефлексию, он что-то понимает о том, что прожито, и реалистично более-менее планирует свой следующий год. А в социальных сетях это скорее феномен вирусный, это феномен психической эпидемии. Каждый стремится поставить себе галочку и показать другим, что вот он тоже находится в некотором состоянии осознанности и поэтому подводит итоги года. Насколько это является действительной внутренней рефлексией, а не демонстрацией, здесь мне сложно судить социологически, но я думаю, что не все люди, которые публикуют подобные излияния о своей жизни в социальных сетях, они действительно подводят итог для себя, а не для других. Кроме того, для меня не очень понятно, зачем этот итог подводить публично, если это, в общем-то, твое собственное внутреннее дело с самим собой. Мы живем с вами в эпоху цифрового слабоумия, а теперь куда уж тут без социальных сетей и прочих цифровых феноменов. Обіцянки почати щось з нового року, перш за все, певно, самому собі. Чому це іноді не працює і що робити, аби спрацювало? Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Новый год – это же некоторое ритуальное действие, и очень часто человек откладывает на это время то, на что у него достаточно низкая мотивация. И надеяться, что в ночь с 31 на 1 мотивация появится, это очень по-детски, во-первых. А во-вторых, знаете, у нас, в общем-то, достаточно архаичный еще народ. И понятно, что я сейчас говорю о средней температуре по больнице, то есть у нас разные люди. Но если брать основную массу, как говорят физики, критическую массу, она еще архаична. И, естественно, очень живо такое вот архаичное явление – вера в чудо. Вот ты как Илья Муромец сидишь 33 года на печи, потом вскочил, и вот сразу тебе все привалило. И обычно эта вера в чудо привязывается к каким-то мифологическим датам. Да? И вот Новый год такая мифологическая дата, когда нам кажется, что Бог халявы сойдет и непосредственно пошлет там нам правильный вес, хороший цвет кожи, много денег, карьерный рост. Но проходит 1, 2, 7, 14 января, и мы понимаем, что в этом году Бог халявы опять оказался глух к нашим молитвам. И вместо того, чтобы каждый день по чуть-чуть строить по кирпичику дом своего будущего, мы весь год копим силы опять на этот последний рывок. У нас много лет, десятилетий, даже столетий, мы живем рывками, да, вот на этот последний рывок перед Новым годом, когда мы снова все бросаем к ногам Бога халявы, и он снова нас обманывает. Ми спитали людей, вийшли на вулицю, поспілкувалися, щоб виявилось, наприклад, щоб було якби Санта-Клаус, персонаж такий, так, у якого також є віра у наших людей, він виявився шахраєм. Я пропоную подивитися це опитування. Mm-hmm. Як законослухняна людина, я б, мабуть, викликала поліцію. Я б його заламав і визвав би поліцію. Навіть би не став розбиратися, чи це шахрай, чи Дід Мороз. Тому що ми не чекаємо Дідів Морозів, незапланованих. За 100 сатів. Нагадаю, у студії Максим Житко спілкуємося про заощадження або ж непомірні витрати на свята. Максиме, якщо говорити про те, чому взагалі люди витрачають непомірні гроші саме на свята, а потім живуть у борг, беруть кредити і так далі.
Ну, вы понимаете, здесь может быть несколько уровней ответа на этот вопрос, потому что есть люди, для которых Рождество, Новый год событие, имеющее большое символическое значение. Они целый год копят деньги, они продумывают те подарки, которые они преподнесут в этот день. Это тоже подарки, нагруженные определенной символикой. И, в общем-то, это люди, не захваченные эпидемией потребительства. Да, это люди, для которых просто это очень важный праздник, скорее всего, религиозный. А есть значительно большая категория людей, жертвы очень грамотной маркетологической стратегии, которые, в общем-то, подвергаются массированной информационной атаке по всем возможным каналам и, как любая жертва, выполняют то, что от нее требуется, ну вот давайте назовем такими экономическими террористами. Вот. И, естественно, эти люди идут и покупают то, что им в принципе не особо нужно. Но, знаете, здесь есть еще один такой ответ, может быть, точнее. Понимаете, у нас жизнь достаточно сложная, тяжелая. И для многих из нас она суровая в плане бедности. И вот всегда в такой суровой жизни есть какие-то светлые пятна, да, еще со времен Средневековья, там, когда карнавалы были, когда можно себе позволить все. И вот Новый год – это такой атеистический вариант карнавала, когда мы пускаем себя во все тяжкие, начиная от обжирательства, от алкоголизма и заканчивая вот какими-то безудержными тратами. Но, как и в любом таком празднике, это делается не для себя, это делается для показухи. То есть мы обязательно должны это всячески показать другим, что вот мы выложились в этот ритуальный священный период для того, чтобы потом все остальное время опять волочить свое жалкое в экономическом смислі существування. Після 31 грудня настає 1 січня. Також ми спитали у наших харків'ян, мешканців міста, що сталося б, якби не настав новий рік, і що б вони зробили от саме у цей Нічого б час. не змінилось. А давайте дізнаємося. Как и всегда, за столом с родными, с близкими. Я, мабуть, би його відсвяткував би з усіма своїми близькими, родичами, тому що я сам родом не з Харкова, а мої, ну, близькі люди, ну, вони не в Харкові, тому хотілося б з усіма. Я думаю, що я б провів його в своє удовольствие. Не знаю, кому би я позвонив. Можливо, тільки людям, з которым мені приємно було б общатися, другу і дівчині, і просто би веселился. Звісно, на вулиці, не вдома. Чому? Ну, тому що, як то кажуть, гуртом і помирати легше. Я взагалі оптиміст, так що такі глуп. Не забуваю голову такими заморочками. Максиме, чого очікуєте у новому році для себе і як плануєте святкувати цей час? Вы знаете, для себя я ожидаю, что сбудется все то, что я построил, ну, то есть, по крайней мере, что мне удастся процентов 75-80 из того, что я запланировал. Если говорить о праздновании, то для меня Рождество является большим праздником, чем Новый год, поэтому я вот только вернулся из Германии, где встречал Рождество 25 да, декабря, и, в общем-то, ну, как бы Новый год – это для меня меньший праздник. Вот. Дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую, що І запросили. нагадаємо, у студії був Максим Житко.